girl, B-boy, superstar DJs. Here we go! Всем привет, на связи Алекс, канал Easy Games. Сегодня попробуем начать игру Forza Horizon, первую часть, на Xbox 360. И сразу же мне по-любому прилетят авторские права в начале видео, да и похер. Нам-то что? У нас не было и не будет монетизации на канале, так что вообще... Так, геймпад отключился, молодец. Ты чё? Вот он. Чё с тобой? Все, вот, Forza Horizon, первую часть. Пора, наверное, уже ознакомиться с серией. Ну, я поигрывал, конечно, и в третью, и в четвертую играл. В пятую вот недавно выходила по геймпассу. На One играл немножко. Ну, думаю, надо начать с первой. Попробовать. Покататься, поиграть. Первую-то я тоже когда-то поигрывал. Все-таки эксклюзив был. Сейчас не знаю, кстати, не гуглил, не смотрел. Ну, по-моему, на компьютер тоже она выходит. Насчет первой не уверен. Вы слушаете радио Horizon Bass Arena. И с вами Скотт Тайлер. Сегодня первый день фестиваля Horizon. Возможно, первый это как раз-таки эксклюзив 360-го бокса, рада, поэтому... Прекрасное утро. В прогнозе на сегодня играем. Энергия, быстрые ритмы и рев моторов. Еще и на русском языке. Прекрасно. Действующий чемпион Дарий Флинт прибывает уже сегодня. Так что, если вы в пути, поосторожнее. Церемониться он не станет. Это Horizon. Оставайтесь с нами. Вот это Флинт, да? А зачем? Пока что не надо. 400 метров, поверните направо. Ой-ой-ой. Направо. А, направо. Блин, он сократил. А я почему-то зачем-то полный поворот. С камерами все понятно. Тут еще, знаю, замедление времени есть. Ух ты! Вот и самое то. Наступило время перемотать. Ой, ужас какой! Ой-ой-ой-ой-ой! Я был прав. Дарий Флинт действительно приближается к нашему фестивалю. И говорят, он уже гонит. Но это же Дарий. Эй, неважно, кто вы и на чем ездите. Гоните сюда. И друзей прихватить не забудьте. Это один из величайших фестивалей в мире. И мы зажигаем! Разумеется, вас ждет музыка. А пока у нас специальный гость с важным объявлением. Это директор фестиваля Элис Харт. Привет. Привет, Скотт. Как дела? Отлично. Чем ты нас порадуешь? Похоже, это будет выдающийся год для Horizon. Чемпионат стартует завтра утром. И я гарантирую участие в отборочных турах первым 10 машинам, которые первыми окажутся у въезда на фестиваль. О, вот это круто! Если вы пока в пути, знаете, у вас есть шанс попасть на чемпионат Horizon. Езжайте на фестиваль. Как скажете, погнали. Так, давайте, наверное, сразу это. Сейчас, секунду. Добавили немножечко музыку, а то что-то прям орёт оно. Одно место занято, но осталось еще много. Долетать. Осталось 9 мест. О, так мы еще сейчас можем... А вот и второе место. Но шансы есть. Торопитесь.
Тихо там. Если хотите успеть, поторопитесь. Так, что-то нас обгоняют. Это не очень хорошо. Еще один Синклер. О, Командор 64 приехал. Или этот, ZX Spectrum? Синклер же, кто они? Они... У нас тут целая куча разных тачек, несущихся на фестиваль. ZX Spectrum, ихнее творение. Синклер. Половина мест занята. Еще пять. Что-то машина какая-то у нас не ахти, этот Volkswagen. Полтора километра, но никого не обгоняем, наоборот, нас обгоняют. Вот левее, я бы вот здесь бы налево бы повернул, вот ей-богу. Все, получается, там... Последнее 10-е место урвали. Да. Так, все. Закрывайте. Поздравляю, ты прошел в заезды. Вот наклейка пропуск, карта и пропуск на квалификации. А это чтобы быть на связи, если что. Наш автомеханик ждет тебя на осмотр. Его зовут Даг Стюарт. Найти его можно в гараже. Кстати, меня зовут Элис Харт. Добро пожаловать. Отлично, мы пробились. Фестиваль. Сейчас он посмотрит нашу машину, скажет: о, ты че за... Мистеру Даку, не нравится моя машина. Что за старье? Еще бы. Смени эти модные амортизаторы на те, которые узнает любой фермер. Или ты выбываешь? Да, мистер Дак. Вы, юнцы, еще толком не знаете правила, а уже пытаетесь их обойти. Хе-хе-хе. Volkswagen Corrado 95-го. И у меня такая была. 95-го. И я о ней заботился. Врубай. Зажигание барахлит. С другой стороны, эта славная машина тебя не угробит. Потому что до финиша не доедет, да? Приходи еще, будем модернизировать машину, чтобы не отстать от соперников. Ну, конечно, если ты пройдешь отбор. А че он у меня амортизаторы не посмотрел, если у меня тоже какие-нибудь там стоят не по ГОСТу по ихнему. Место твоего заезда отмечено на карте. GPS поможет проложить маршрут. Поезжай и докажи, что я не зря чинил твою тачку. Что ты там чинил-то? Капот раньше открыл, посмотрел. Твоя магнитола ловила один радиоканал. Но теперь к твоим услугам все три радиостанции Horizon. Наслаждайся. Ладно, погнали. Чинил, говорит, твою тачку. Капот открыл, посмотрел, сказал: зажигание барахлит. Через 100 метров поверните налево. Закрыл, главное. Через 200 метров поверните налево. Чинил, говорит, твою тачку. Молодец. Я тоже таким механиком могу работать.
Чтобы зарегистрироваться на фестивальных гонках, просто припаркуйся у такого трейлера. Вы прибыли в пункт назначения. Это отборочный тур Horizon. Придешь к финишу в первой тройке, получишь первую повязку. Удачи! Ну так можно даже это не первым приезжать, а в тройке. Так, траектория движения. Траектория движения поможет вам во время гонки. Давите на газ, когда она зеленого цвета, и тормозите, когда красно. Окей. Настройки помощи осуществляются в меню сложности. Вы будете получать бонусные кредиты за каждый вид помощи. Па-па-па-па-па. Ну, понятно. Ну, Honda. Мы на своем Volkswagen Carrera 95 года. В меню сложности можно отключить помощь или улучшить навыки противников. Так ты сможешь заработать больше денег. Попробуй. Вот, погнали, как есть. Ну вон есть, по-моему, еще скорее машинка вон. Серенькая. Вот это вот слева. По-моему, еще старее 95 года, чем наша. Ой, понесло-то нас как. Давай ручник попробуем. О, неплохо. Ну-ка подвиньтесь, пацаны. А где тут этот? А, вон достижение 50%. Все, подвинься. Мы тут на своем Volkswagen Carrera летим. И финиш виднеется, отлично. Ой-о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 й, он догоняет. Жестко догоняет. Фу, не догнали. Отлично. Место отлично. Первое. Первый фестивальный заезд и сразу же победа. Трофейчик не дают, значит, проходил, да? Когда я 360 бокс покупала, была эта игра уже на нем. Я поиграл. Часик где-то я играл. Но до этого ты успеешь поучаствовать в одном испытании. Отправляйся в Red Rock. Давай, погнали. До встречи. Ну, ага. Ну. Отправляйтесь на испытания в Red Rock. Это одна из зон максимальной скорости, разбросанных по всему Колорадо. Здесь замеряется скорость в заданной точке. Новый личный рекорд. У нас есть хиты. А давай разгонимся еще. А вы еще знаете, что до сих пор на Horizon никто не умер? Ни одной трагической гибели. Ой, а мы его сломали. А не, нормально, он работает. Отличная статистика. Продолжим в том же духе. Давай хотя бы отсюда. Ну, езжай. Погнали. Давай рекорд наш подъем 116. Ну, 139.
Если мы гроза всяких рекламных щитов, антирадаров и всего остального, и заборов. Я думаю, может, вот эти поездки-то вырезать. Я думаю, чтобы ехать и чтобы это было интересно смотреть, потому что надо что-то говорить все это время. Хотя, с другой стороны, выписываю это больше для себя, делюсь с людьми, кому интересно будет. Пусть смотрят на здоровье. Кому не нравится, просто таких, как и я, куча недоблогеров игровых. Так что, тихо. Вы прибыли в пункт назначения. Да? Ну давай, погнали. Испытания призваны развлечь публику. Но в качестве стимула спонсор подкинет себе тачку. Если победишь, согласись, тут есть за что побороться. Ну да. Согласен с тобой. Популярность. Horizon — это не только гонки. Оттачивайте навыки, чтобы завоевать популярность. Па-па-па-па-па-па. А, так, а мы не на своей машине поем, что ли? Теперь вам с пилотом нужно пройти все контрольные точки и добраться до финиша. Напрямую тебе с самолетом не тягаться. Но ты сможешь наверстать на поворотах. Самолетом. Нормально. Гонка с самолетом. Ой, я, конечно, еще с самолетами я еще не гонялся, конечно. А что, он уже на второй круг меня, что ли? Или он что, кругами катается? Что-то не понял я. Интересно, девки пляшут. Ух ты! Мы у него точку выиграли, да, одну? Круто. Ух ты, мы еще одну точку не выиграли. Я только не понимаю, как самолет летает. Он как-то просто кругами, что надо мной колесит. Да, он что-то типа как-то типа на разворот пошел, да? Ой-ой-ой-ой. Проиграли мы самолету. А тормоз поменьше жать. Ой-ой-ой.
Ай, вон он, самолет. Давай, кто быстрее, да, до финиша. И тут уже, походу... Опа. О, мы первые. Нормально, мы самолеты побеждаем. Ты обогнал самолет. Гордись, такое не каждому удается. Поздравляю с новой тачкой. Теперь понимаешь, почему так много желающих получить приглашение на испытание? 50 в эту машину? О, сложный вопрос. Ну давай. А где их потом менять, если чего? В случае чего? Представительство фестиваля предлагает многие услуги мастерской Дака. Здесь можно сменить машину, покрасить ее или модифицировать. Поздравляю! Ты можешь участвовать в чемпионате. В гоночном центре ты получишь желтую повязку и инструкции. Сейчас заставляет. Ладно, до встречи. Кататься туда-сюда, блин, порожником. Я организую испытания. Например, заезды на мустангах для фанатов. И приглашаю на них самых популярных гонщиков. Чтобы попасть туда, показывай как можно больше трюков. Станешь популярнее, я тебе позвоню. Будем иметь в виду. Так, наверное, еще раз на строчку зайду. Ой, карту зашел. Ой-ой-ой. Вот это дело. Покажи, что ты умеешь. Увы, комбо не получилось. Фаны не порадуются. Нормально. 400 метров. Поверните налево. Какое-то комбо мне хотели дать, а я... Подожди, не здесь, вот здесь. Да. Что там какая-то вообще неуправляемая, этот Ford Mustang. Надо было на фольцике на нашем кататься. И не париться пока что. Ручник вообще как-то есть вообще? Да, вот он работает, но что-то как-то... Последние новости. Дарий Фринт так работает как-то. Не принимал наркотики. Черт, это не новость. По его лицу видно, что не принимал. Тихо, тихо, тихо. Риф на ручнике. Какие-то уже очки побольше пошли. Здесь я 250, это что, мое место в рейтинге, типа вот этих вот фанатских. Ой, бампер потеряли. Через 400 метров поверните направо. Так, а мы едем, первый браслет наш зарабатывать, да? Направо. Так,
Входим в гоночный центр. И последний. Это тебе не декорации для телешоу. Если мне покажется, что ты провоцируешь аварии, глазом моргнуть не успеешь, как вылетишь из чемпионата. Для тебя, Элис, что угодно. Серьезно, второго шанса я тебе не дам. Окей, окей, я понял. Обещаю не валять дурака. Клянусь. О, привет. Ты новенький. Вот, неплохо ты занял последнее место. Эта повязка означает, ты на чемпионате. Сюда приехали еще 249 гонщиков. И уж поверь мне, все 249 известнее тебя. Привет, Дарий. Можно я тебя на минутку? Если хочешь сделать карьеру гонщика, нужно уметь водить по-настоящему. Зрители приходят полюбоваться гонками. А любимцы публики, поверь, всегда востребованы. Дарий, что еще не так? Поздравляю! Желтая повязка – ключ к чемпионату. Путь к победе лежит через фестивальные заезды. Выигрывая их, ты зарабатываешь очки. Они приносят тебе повязки и приближают к титулу. Нам нужен новый чемпион. Поэтому мы выделили тебе небольшой стартовый капитал. Удачи! Гонка Рикара проходит по бездорожью. Тебе нужна полноприводная тачка. Давай купим ее на автосалоне. Какие-то не люблю, блин, машины для каждого там вида гонок. Отдельную машину. Need for Speed'ах мне это надоело. Так, Subaru и Lancer. Блин, Subaru. Скорость больше. А Lancer 10 мне нравится. Вообще, сама по себе машина. В реальности даже такой как купить хотел. В реале. О, черный. Черный Lancer, это круто. Ладно, давай. В реале не купил, так хоть... хоть в игре покатаюсь. В реале у меня другая машина. Kia Rio. Интересно, тут Kia вообще какие-нибудь есть? Я уж молчу про Rio, а какая-нибудь-то машина... Можешь перекрасить свое новое авто. Или сразу приступить к гонке Рикаро. Или корейцы вообще тут не это, не котируются в этой игре. Да и что-то сейчас вот мне в голову приходит, а что-то в МФС-ках я тоже не помню. А если вообще Киев в МФС-ках здесь, что-то я не помню. Ну зачем? Ну покажите, ладно. Так я ж туда и еду. Или мне хотели просто показать, что как карту нажимать, я понял, как она нажимает. А таких пор вообще Lancer внедорожником считается. Синяками. И знаешь что, Дэн? Мы починили машину и закончили этап. Да!
Представьте, с чем придется столкнуться этому новичку. А что с Ламой? Как у нее дела? Она умерла. Только не плачь, Дэн. А мне пора. Ладно. Возвращаемся в студию. Это японка, да, что ли, получается? Это был Дэн Хэглунд. Единственный человек, который не рад фестивалю. Бедняга Дэн. Ладно, погнали. Даже тут есть неприятные соперники. Это, я так понимаю, например, про нас. Например, победить Рамону Краваш будет непросто. А, так вот она только что и базарила, да? В этом сезоне Рамона уже поучаствовала практически во всех автогонках на планете. Финальным аккордом стал фестиваль Horizon. Какой она точили-то? Эй, новичок! А, все вижу. Раскрой свои глазенки пошире. Может, чему научишься? Я не люблю вот таких выпендрежников. Сейчас оно у меня получит мне. Может, и не получит. Ой-о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 й. Ребята, подвиньтесь, а. Супер. Теперь ты знаешь, что такое комбо. Комбо. Все, ты пока. И пендрежница. Кто-то ее так стащил там. А, еще тут круги. Тут же еще перемотка есть, я вот забываю про нее. Но пока что вроде... Пока что... Можно без ручек, без перемотки. Пока. Все пойдет. Ой-ой-ой-ой. Капец. Ай, меня обогнали. Поворот такой бесячий. Слышь, это? Дружок. Короче, нахер этот ручник, тормозами будем в поворот обходить пока что. О, это финиш. Ну и чё, какой она приехала? Вообще третий приехала. А понтов-то было. Отлично, так держать. Концов, пусть работает. Все-таки Xbox 360 хорошая вещь. У тебя вещь. Еще два желтых заезда. С какого начинать, решай сам. Вот не было у меня Xbox'а, когда они появились. Купил буквально года два назад. Три, может, уже прошло. Ну вот вообще ни капли не пожалел. Привет, это Элис. Хочешь подзаработать? Гонщиков на дороге можно вызывать на дуэли. Ну давай попробуем. Достаточно просто остановиться около них. Так, и что сделать надо? Откуда-то доехать? Через 400 метров поверните налево. Да, тут походу просто гонка. Налево. Ой, слишком лево.
Ой-ой-ой-ой. Стой, Субару, стой. Стой. А, блин, перемотка же была. Ну что я про нее забываю? Это нужно было... Да ладно, мы и так его... Ой. 400 метров вы прибудете в пункт назначения. Все, стопы, он тут хорошо как раз врезался тут. Все, победили. Баланс. Выполните безопасный разворот. Вот что ты, я, блин, вперед же, она назад едет. Так, а что, куда мы едем-то? А, блин, мы уехали. Вообще капец. Так подожди тогда уже, поехали вот на эту. Выполните безопасный разворот. Куда уже ближе ехать-то? Зачем мы туда поедем? Потом туда поедем. Это какая, так и так кататься придется. Ой. Через 400 метров поверните налево. Через 400 метров держитесь правее. Слушайте радио Horizon X. О, нифига, ну сколько радио дали. Радио Horizon Pulse Рамони Краваш. Вы знаете, что по-французски значит краваш? Хлыст. Лучше не связывайтесь с ней. О, да. Эй, тебя начинает замечать. Продолжай в том же духе, а я тебе подкину работу. Нифига себе. Конечно, так. Конечно, прогресс налицо. 249-й. Но не забывай, впереди еще много заездов. Да я представляю, что их много. Современные игры же напичканы кучей контента. Вот взять даже вот на канале пройденный есть Need for Speed 1 Underground. Там же буквально просто 113 гонок пройти надо. И все, игра пройдена. Тут же, так понимаю, да и в современных НФСках. Это все тут. Мой тебе совет, малыш. О подиуме даже не мечтай. Главное, доберись до финиша. Но ты забавная, я тебе скажу. Один раз уже тебя сделал, а ты все тут что-то. Да. Потом плакать будет. Как я могла проиграть новичку? Да, я ж такая королева тут, ёпта. Бензоколонки. На нахер. Да капец, она. Ты че вообще не поворот? Она что такая неповоротливая? У меня руль до упора, а она не поворачивает. И вот здесь вот сейчас, вот так тебе. И отсюда. Спонсоров. Покажи, на что способен, и будешь получать еще больше денег. О, смотри-ка.
повеселее пошел-то рейтинг. Никогда не умел профессионально в гонке играть, вот прям чтобы прям как профессионал. Ну, гонки все равно нравятся. Все, о, а что так быстро? Вроде первый круг ехали. Так, продолжим. Скорости. Да что ты говоришь? Ну ладно, убедила. Нам скоро дадут следующий браслет. Все, мы сейчас на третью гонку приедем, и она опять будет базарить, что типа хоть до финиша, да, есть. Да, один сфер. Ехать придется. И что, только еще с финиша едут? На финиш едут, что ли? Эти ребята. Через 400 метров поверните направо. Направо. Крах. Вот то, что столбик сбили, крах. Что за красная точка? Подожди, может их сбивать надо? Да, подожди, что это за? Выполните безопасный разворот. Это был один из скидочных знаков. Да. Разобьешь, сэкономишь на модификации в гараже Дака. Да, Бас-арена жжет. Но если говорить о чистом характере, то Рамоне Краваш нет равных. Агрессивней нее еще никто не водил. Полюбуйтесь на нее в желтых заездах. Ну и послушайте этот хит. Ты, блин, издеваетесь, что ли? Я два раза уже ее сделал, и она причем даже не вторая приезжала. Ей нет равных. Ну как минимум двое. Вот вторую гонку мы не увидели, я не посмотрел. С какой скоростью, какой она приехала. Давай вон ту собьем, съездим. Пересчет маршрутов. Через 100 метров держитесь правее. А точек-то больше нету? Или тут в этом районе их нету больше? Вон там, да, вон вижу. Где-то вон будет, вон есть. А, и вон они слева, вон их куча. Скидочный знак 72. Порви голова. У нас 247 уже. Через 400 метров поверните налево. Налево. Через 200 метров вы прибудете в пункт назначения. Давай, погнали. Тебя заметили. Продолжай езду. Эта машина не годится. Но в гараже есть еще одна. Вот на ней можно... Понятно. А чё, какая разница? Большая разница-то, нет? Рамона королева бездорожья. Пропустите ее вперед, так и будете глотать пыль до финиша. В этом сезоне Рамона уже поучаствует. Мы уже читали.
Ну давай еще что-нибудь брякни. Нет? Ты, наверное, приехал на фестиваль поразвлечься. Так вот, веселье кончилось. Пришло время для серьезных гонок. Сейчас мы наберем тебе трекницу. Только почему на мустанге? Только подвиньтесь, черти. Смотри, он даже лидирует целую минуту уже. Королева бездорожья. Увы. Почти, ну, в троечку ворвался. В этого что, Mitsubishi Outlander это? Ну, тихо, тихо, выравнивайся, во, нормально, выровнялись. Какие-то вон еще тут бок о бок. Дорог проехано 13 из 216. Вон и финиш уже. Ну и где ты, Рамона? Ну вторая едет, ладно. Финиш. Да, вон и вторая приехала. О тебе начали говорить другие гонщики. Так держать. Прогресс налицо. В гоночном центре ждет зеленая повязка. До встречи. Хотите остаться в машине Ford Mustang на время свободных заездов? Нет, я на Лансере хочу ехать. Вы услышали сообщение о найденном раритете, но не можете найти точное место. На карте сокровищ точно отображается местоположение автомобиля. Я не уступаю новичкам. Ты получил повязку? Но готова спорить на свою тачку, тебе не сделать меня один на один, парень. Слабо ответить. Да ты нарываешься, подруга. Ладно, погнали. Рамона. Один на один. И тачку у него заберу. Круто. Сейчас сделаем Рамону пешеходом. Она-то нас по-любому не сделает, если мы проиграем, мы можем рестарт делать. А где вот тут? Направо. Чё встал-то? Светофоров нет, машин нету, чё взял, остановился. 400 метров. Молодец. Резкий поворот налево. Чё, прям резкий-резкий? Прям вот... На тебе. А вот ты какая, Рамона. А погнали. О, мы можем на любой тачке, что ли, с ней ехать? Так давай на Лансере погоним. Отменять соперников слишком легко, поменять уровень сложности противников мне сложности. Гонка со звездой. Да, у нее тури под капотом побольше. Идеальный трюкач.
Спасибо за комплимент. Ух ты! Это было на грани. Блин, я это не специально сейчас делал. Эти ваши на грани. И в последний момент. Так. Ой. Блин, напугал, кот пришел. Ой, нифига ты, ты что так близко-то подъехал? Слышь, иди отсюда. Не, давай заново. Давай хотя бы отсюда. Вот так вот. Оп. И вот так. Спокойно, спокойно, спокойно. Блин, она совсем рядом. Мне эта тачка помощнее нашей будет. Ой, блин, уйди отсюда. Главное не пускать ее. Не пущаем, не пущаем, не пущаем. Ну вот и финиш, да? Да. Вот и финиш. Музыка Horizon 2012. 2012. Забирай ее. А ты круче, чем я думала. Не вопрос. Хотите сесть в эту машину? Ну давай хотя бы посмотрим на нее. Что такое? Повязка все еще ждет в гоночном центре. Марш за ней. В гоночном центре. Так, а где у нас гоночный центр? А мы где? А мы вон где. А гоночный центр вон, да? Тут же гоночный центр. Да, вон. Ехали. Жди там. Выполните безопасный разворот. Подожди, я вон до того, тот вон съезжу этот. Побью. Кидочный. Так, не слишком ли громко? Где мой профиль? Оказывается, дамы и господа, странных залива есть параметры. И один из них — принц Саки. Давай еще принц. Вот так вот убавим. Вот это вот. Вместе с телохранителями. Вот так. Поосторожнее с ним, ребята. И не переключайтесь. Мотор вот у Форда, конечно, орёт как. Не попал, не попал. Сейчас попаду. О. 5 штук из 100. Это ж капец, это она по всей карте ездит. Скидочные талоны. Посетив представление.
правительства, ты сможешь быстро вернуться туда, откуда угодно, но не бесплатно. Выбери нужную станцию на карте, заплати и поручи нам все остальные хлопоты. Если ты хочешь снизить плату за перевозки и слегка развлечься, присмотрись к пиар-акциям. Ничего не понял, что ты сейчас сказала. Это было очень интересно. А, быстро перемещение. Ну, давай посмотрим, как это работает. И что, оно у меня в гараж отправить из гаража? Я могу хоть куда выйти или что? Где быстро перемещение-то? Повышение класса автомобиля до выбранного вами класса в соответствии с индексом. Ладно. Тюнинг, да, можно делать. Шины, диски, двигатель, ходовая. Подожди, а как это? Ладно. Пойдемся пока. Перемещаться-то. А вот. А, вот, просто туда и быстрое перемещение. Вот как это делается. Все гораздо проще, не напрям туда заезжать. Так, нам не автосалон нужен. Нам в гоночный центр за. Мы же за ленточкой приехали вообще сюда. Поздравляю, зеленая повязка. Теперь тебе доступны новые гонки. Ты делаешь успехи. Так, не пойдет быстро, вы мои. Я сейчас заведу композицию, а вы тем временем ищите... Дариус появился на фестивале 4 года назад. Ага, вот теперь зеленый, да, у нас? Поехали, вот это первый пройдем. Да, музыка тут полно, конечно. Так вот не брала, как мне так кажется. Говардом. Тут он твой главный соперник. Ага. И сейчас тоже будет, да? Ой, а чё у меня нету этой? Германия, Америка, Америка. Ну, давай на немцах. Ну всё-таки на этой машине изначально все приехали. Можно еще его тюнингануть. Почему бы и нет? Потом. Не сейчас, попозже. Это на него поставить. Я буду следить за тобой по зеркалам, Йоу, если ты меня догонишь. Ну понятно, такой же. Такой же понторез. Вот так вот я вас всех, поняли, да?
И где он? Как он едет-то? Как его зовут-то? Я что-то забыл, пока едем уже. Нашего главного соперника. Модеста этого нет? Блин. Поломали Фольца чуток. Он вообще пятый приехал. А Ли Ховард его зовут. Ой, господи. Всегда приятно, когда новички побеждают. Да? Хорошо. У следующего браслета 340. Вы хотите остаться в машине? Да. Хочу. Давай останемся. Что нам? Так, ну что? Чего у нас там дальше? У тебя есть стиль, чувак. Слушай, у меня для тебя дельце в Карсоне. Понимаешь, о чем я? Подъезжай и прояви себя в серьезной гонке. Только никому ни слова, приятель. Усек? Ага. Типа я понял. Типа уйти. Уличные гонки. Так, ладно, давайте мы здесь передохнем. Продолжим в следующей серии. Прикольные гоночки. Будем в них поигрывать. Не обещаю, что на постоянной основе, но поигрывать будем. А на этом пока что. Всем пока. Заходите в гости, берегите себя. Пока-пока.